Итак, в нашем еженедельном голосовании за лучший сюжет недели на сайте muzifestv.ru с огромным отрывом от всех конкурентов, среди которых были на минуточку и Гага, и Бибер, и даже Джедвард, победил наш отечественный, такой родной Дима Билан. Хотели сюжет о нем? Получайте. Как сообщает информагентство, певец испытывает серьезные проблемы с ушами. Он уже неоднократно посещал отоларинголога. И в этот раз доктор снова посоветовал Билану поберечь свой слуховой аппарат, остерегаясь высоких частот. Дима о визите к врачу написал в своем твиттере. Все сделали, почти здоровы мои уши. Не налегать на громкую музыку. А уши сказали изящные и маленькие. Дима обещал врачам следовать их пожеланиям, поскольку его страшно взволновала трагическая история об одном пианисте. Он был очень талантлив, участвовал во всех конкурсах и в 19 лет полностью оглох. Страх потерять слух и, как следствие, голос встревожили Диму. И он, хочется верить, будет выполнять все предписания специалистов.